Друзья, всем большой привет! С вами Ирина Смогилова. И сегодня у меня будет обзорчик на глэмбэк. Сентябрьский глэмбэк. Я только что отсняла коробочку глэмбокс, показала вам все, что пришло. Безумно довольна составом. И сюда, конечно же, я тоже уже заглянула. Один разочек и одним глазком только. И данный состав тоже очень-очень классный. Я надеюсь, что он вам тоже понравится. Давайте без лишних предисловий начнем. Откроем, посмотрим, что же там внутри. Вот такая косметичка. Я всего второй раз заказываю глэмбэк. Я как-то обходила их все время стороной. В прошлый раз заказала. Осталась очень-очень довольна. И, конечно же, новинку тоже не пропустила. И уже замечаю, вот как раз-таки второй раз, вижу, что косметичка, она всегда прям битком наполнена продуктами. Нет такого, что вроде бы хороший состав, но при этом она полупустая. Она реально прям битком под завязку вся забита продуктами, которые там находятся. Так, давайте я ее достану, и мы с вами начнем рассматривать, что там лежит. Вот так она выглядит, даже не попадает в кадр. Я немножко давайте в сторону ее вот так уберу, и мы с вами прямо отсюда будем доставать и вместе будем рассматривать. Чуть не забыла, здесь ведь тоже есть брошюрка. Так, что у нас? Она у нас тоже зелененькая под цвет косметички. И давайте, так как здесь все битком, мы будем с вами сначала доставать отсюда продукт, а потом уже в этой брошюрке будем искать, что это такое. Так вот, первый прямо у нас сам выпадает в руки. Это у нас кафе Мими, это у нас бальзам для губ, слива, соус бальзам для губ, между прочим. И здесь очень, насколько я вижу, большой должен быть объемчик, где указан объем 15 мл. Честно, я не очень люблю такие большие объемы именно в бальзамах для губ. У меня один подобный есть. И он очень долго уже используется. Я прям безумно хочу его быстрее-быстрее закончить, потому что он действительно будет очень-очень долгий. Посмотрим. Пока открывать не буду, возможно, кому-то подарю. Подразумеваю, что он у меня тоже будет очень таким долгожителем моего ухода. Давайте по брошюрке посмотрим. Вот он у нас попался. Это соус-бальзам для губ слива в 15 мл от кафе Мими. И в магазине средняя цена 129 рублей. Вот такое средство. Так, идем с вами дальше. Следующее у нас попадается Эльсеф сыворотка гладкость мечты. Это новинка, как указано. Я не слежу за новинками Эльсеф, если честно. Хотя мне продукция именно по уходу за волосами нравится. Я знаю, что это не профуход абсолютно, что там силиконы. Но силиконы такие, которые очень хорошо с моими волосами работают. Поэтому, если что-то по акции вижу очень хорошее, по очень вкусненькой цене, то, конечно же, себе приобретаю. Подобного средства у меня еще не было. Давайте найдем ее в брошюрке и посмотрим, что это и с чем его едят. Так, вот оно. L'Oréal Paris, сыворотка гладкость мечты для длинных и непослушных волос. Волосы сейчас у меня короткие, но я думаю, это не проблема. Я все равно с огромным удовольствием буду данное средство использовать. Несмываемая сыворотка гладкость мечты устраняет пушение и электризацию волос, обеспечивает термозащиту до 230 градусов. Вот это классно. Вот поэтому я, наверное, прям сразу возьму в применение, потому что волосы укладываю я сейчас ежедневно в связи с тем, что у меня сейчас стрижка, волосы короткие, и уже не получится просто так причесаться, как-то волосы забрать и бежать на работу. И средняя цена в магазинах 330 рублей данной сыворотки. Так, объемчик здесь, между прочим, 100 мл. Это очень хороший объем для подобного средства, для подобного несмываемого ухода. Так, идем с вами дальше. Что у нас здесь вот прям так вылезло? Масочка. Маска черный жемчуг. Наполняющая кожу тканевая маска для лица. Наполняющая кожу. Очень интересно. Гиалурон филлер эффект. Наполняет кожу активными компонентами, повышает эластичность кожи. Результат с первого применения. Гиалуроновая кислота плюс пептиды. Вот такая маска. От черный жемчуг масочки у меня были, но вот такую я точно не пробовала. Обязательно протестируем. Тканевые масочки я люблю. И вот как раз она у нас здесь на развороте. Стоимость 89 рублей. Ну, средняя стоимость для тканевой маски. Так, дальше идут у нас салфетки. Антибактериальные салфетки, влажные, 15 штук. Ну, эта вещь сейчас очень-очень полезна, тем более у нас сейчас требования ужесточаются. То есть коронавирус у нас не то, что не уходит. Он у нас все ужесточает и ужесточает все, что происходит вокруг него. И сейчас уже с QR-кодами будем мы ходить во всевозможные торговые центры. И поэтому вирус никуда не отступает. Это средства как были, так и остаются очень актуальными. Давайте посмотрим, заявлены ли они здесь в брошюре. Тут вполне возможно, положили бонусом. Да, заявлены, смотрите. Stop Agent, влажные салфетки, антибактериальные или дезодорирующие. У нас попались антибактериальные.
Цена, средняя цена в магазинах 68-29 рублей. Непонятно, какой продукт к какой цене, честно говоря, относится. 68-29, что-то совсем непонятное. Так, ну ладно, эта вещь полезная, пригодится. Следующее средство у нас от Леврана. Это маска для лица, огуречный фреш, увлажняющий. От Леврана у меня продуктов не было, между прочим, ни разу. Хотя, вот буквально недавно только в аптеке обратила внимание на данный бренд и посмотрела по стоимости. Он довольно небюджетным, бюджетным его точно не назовешь масс-маркетом. Там средства для ухода за лицом примерно около 1500 все стоили. И поэтому я очень рада, конечно, что мне попалась данная масочка. Так как она открывается... Ну, давайте попробую вот таким образом просто вывернуть. Значит, что у нас здесь? Маска для лица огуречный фреш увлажняющая. Объемчик здесь у нас 30 мл. Очень хороший объем для маски. Кстати, туба, между прочим, у нее железная. Можете себе представить? Я думала, честно говоря, что туба обычная такая пластиковая, а вот сейчас вижу, что железная. Так, давайте верну красивую упаковку на место, а то как-то вообще все смотрится. Смотрим, ищем ее в брошюрке. Что по ней? Вот она у нас самая первая. Маска для лица «Мне все фиолетовое» и маска для лица «Огуречный фреш». Прикольно, кстати, «Мне все фиолетовое», я бы тоже с удовольствием попробовала. Так, и данная масочка, средняя цена в магазине 200 рублей. При этом обращаю ваше внимание, что объемчик 30 мл. То есть, если бы она была в большем объеме, она бы тоже по цене такая довольно была небюджетно. Оставить нужно на 10-15 минут, затем смыть средство теплой водой. Так, посмотрите, способ применения. Стряхните тюбик. Тюбик нужно встряхивать, прежде чем нанести маску на чистую кожу лица. И рекомендуется использовать не чаще 3 раз в неделю. Не чаще 3 раз в неделю. Очень интересное средство. С огромным удовольствием буду тестировать его. Так, что у нас здесь? Здесь у нас пробнички. Пробнички от Avon. Я являюсь представителем. У меня данные пробнички тоже есть. Ну, ничего страшного, я просто передарю своим клиентам. То есть сама открывать не буду, потому что я знакома с этими парфюмами, с этими ароматами. А вот в подарок клиентам с удовольствием положу. Они будут знакомиться с ароматами. Так, следующее. Угу, вот такое интересное средство мне попадается. Это у нас Eva Mosaic Primer. База уход, так, инкапсулированный витаминный комплекс, светоотражающий эффект для всех типов кожи, 15 мл. Это база под макияж, насколько я поняла, очень интересно. Eva Mosaic, я бренд очень люблю, все, что мне попадалось, оно было действительно хорошего качества. Я больше чем уверена, что мне данное средство тоже понравится. Так, Primer Radiance. База под макияж 15 мл стоит 395 рублей. Наносить данное средство необходимо под макияж, то есть под тональный крем. Давайте посмотрим, какая у него текстура. Я точно передаривать никому не буду. Мне очень хочется посмотреть. Так. Вот такой вот он беленький, нежненький. Но, между прочим, я бы не сказала, что он быстро впитывается. Все-таки, смотрите, да, какие-то разводы пока оставляет. Но все-таки будем смотреть мы уже по факту. Нужно будет посмотреть, как он будет работать именно с макияжем. В общем, вот такое средство. Посмотрим, как будет уже вести себя непосредственно на коже. Очень рада, что данная штучка попалась. Я люблю косметику, очень люблю, поэтому я всегда таким средством рада. Так, следующее средство. Я уверена, что оно пошло бонусом к этой косметичке, потому что в прошлый раз его тоже не было в заявках именно в брошюрке, и он шел бонусом. Это гель для рук с антибактериальным эффектом от L Skin. Так, давайте на всякий случай я проверю, для того, чтобы не обманывать вас. Есть ли данное средство в брошюре? Да, абсолютно верно, данного средства в брошюре нет, он идет бонусом. Очень приятно, как я уже сказала, мы уже с вами выяснили, что у нас... Никуда вирус от нас не уходит. Тем более сейчас начался сезон ОРВИ, и данное средство будет тоже как нельзя кстати. Так, идем с вами дальше. Следующий продукт, это тоже от Eva Mosaic, то есть это, ну, как бы от Eva, но это уже Eva Aesthetic. То есть немножко другая линеечка, другой направленности. Это у нас маски для лица, то есть Eva Mosaic это декоративное направление, уходовое направление называется Eva Aesthetic. Маска для лица... Маски для лица, очищение и матирование, увлажнение и упругость,
Два сашета по 0,6 мл. Так, давайте же посмотрим, что это такое. Масочки я люблю. Так, смотрите, здесь две вот такие малышки. Какая прелесть. Посмотрите, маска мусс с углем и белой глиной очищающая. И маска пудинг с растительными протеинами и NMF. Очень интересно, что такое NMF. Может, где-то что-то сзади указано. Давайте посмотрим. Нет, не нашла, но обязательно посмотрю, вам тоже потом подпишу. Вот такие две масочки по 6 мл каждая. 6 мл довольно хороший, довольно большой объем. Если у него окажется очень хорошая текстура, очень легкая текстура, то, возможно, данной масочки хватит на 2 раза. Если же нет, то и один раз, по одному разу я с удовольствием данными масочками воспользуюсь. Так, давайте теперь найдем данный продукт в брошюрке. Так. Так, смотрите, это тоже бонус, представляете, это тоже бонус, это приятный подарок, который положили нам в косметичку. Очень классно, вообще действительно очень классно. Давайте это все так положу, чтобы это не мешало и не закрывало нам свет. Слушайте, я вообще довольна, безумно довольна, что такие классные бонусы. Так, смотрите, какое средство мне попадается. Это у нас Faberlic. Между прочим, очень приятно, когда являешься представителем, консультантом каких-то компаний, Faberlic, Avon, и подобные средства попадаются в коробочке красоты. Я больше чем уверена, что данное средство всем без исключения понравилось. Это у нас кислородный мусс для глубокого очищения лица из линейки Global Oxygen. Смотрела я на эту линеечку, тоже смотрела, между прочим, на этот мусс. И хотела его приобрести, и еще какой-то один у меня продукт в этой линейке заинтересовал. Как раз-таки буквально прям недавно в последнем каталоге это я и разглядывала. Вот такое средство. Здесь объемчик у нас 75 мл. Давайте откроем, посмотрим, как средство выглядит внутри. Ну, здесь, в принципе, все как обычно. Обычно вот такая вот туба. Будем пользоваться. Сама себе не заказала, а сам продукт пришел мне все-таки в руки. Давайте его найдем, где-то я его вот здесь недавно видела. Так, вот он, это у нас кислородный мусс для глубокого очищения лица Faberlic, 75 мл, и, обращаю ваше внимание, средняя цена в магазине 700 рублей. Очень классное средство должно быть, как я уже говорила, что я на него внимание свое обращала, хотела его сама приобрести, а так получилось, что он сам ко мне пришел, и с огромным удовольствием я буду его тестировать. Уникальное средство для глубокого очищения, густая пушистая пена, нежно очищает поры лица от загрязнений и излишков себума. Микроскопические пузырьки проникают глубоко в поры и обеспечивают качественно новый уровень очищения. Слушайте, ну после таких заявок мне, конечно, прям в разы захотелось данным средством воспользоваться. Вообще классно, что оно здесь есть. Так, что там у нас еще осталось? Шампунь, какая прелесть! Тросемме шампунь. Для создания объема, прям, ну, вот прям такое ощущение, что они знают, что мне надо, и положили исключительно по моим потребностям и по моим хотелкам все продукты. Это у нас Тресемме, мицеллярная технология. Шампунь с коллагеном в 2 раза больше объема от самых корней. Шампунь для создания объема. Здесь у нас 230 мл. Тресемме я очень люблю. Я пробовала одну линейку, не помню, как она правильно называется, для чего она была предназначена. Я покупала ее на Новый год себе. И потом, как только я влюбилась в нее, я еще и купила такую же, подарила маме. Она тоже осталась в диком восторге от этой линейки. Мне нравится. Мне данный бренд зашел хорошо. Я с удовольствием им буду пользоваться. И больше чем уверена, что данный шампунь мне тоже очень и очень понравится. Это, как вы видите, полноразмерный продукт. Это очень-очень классно. Так, ну и все, наверное. Нет, что-то еще у нас осталось. Посмотрите. Осталась у нас еще вот такая вот малышечка. Это у нас лосьон для тела от Барнанген. Как он правильно, интересно, называется. Барнанген. Лосьон для тела с маслом розы Travel. Версия 50 мл. Вот такой лосьончик. Кстати, я скоро уезжаю в командировку. И вполне возможно, что-то подобное возьму как раз таки с собой. И средняя цена в магазине данного лосьончика 50 мл, который 169 рублей. Он, по-моему, этот бренд, я точно знаю, что он известен. И сама я ничего не пробовала. Как-то мне не попадалось ничего такого, чтобы меня заинтересовало. Но раз уж он мне попался в глэмбэке, то с удовольствием его протестирую. Давайте послушаю, кстати, аромат. Очень интересно. Аромат, вы знаете, такой нейтральный. То есть нет какого-то вообще определенного аромата. Чем-то вроде немножко и пахнет, но не сказать, что какой-то сладкий, цитрусовый. Любой аромат, то есть не назовешь. Он именно каким-то вот как кремик просто пахнет, обычный кремик.
обычный лосьончик. Ну, в любом случае приятно, будем обязательно тестировать, будем обязательно пробовать. Ну что, ребят, посмотрите, сколько красоты, сколько классных вещей. И я опять повторюсь, что мне состав действительно очень понравился. Есть средства, которые прям на 100% я довольна, что они здесь есть. Вот сейчас хотела вам показать, и получается, что практически все я вам сейчас и покажу. Это средство прям 100% попадание. Ева Мозаик 100% попадание. Тресеме шампунь очень люблю. SF сыворотка. Ну вот самые такие глобальные средства, которые есть в этой коробочке, в этом глэмбеке, они просто шикарны, на мой взгляд, очень-очень классно. Стоимость, соответственно, я понимаю, что в разы, наверное, больше. Я не скажу, что там кардинально прям такое будет различие. Ну, раза в два точно экономию вы себе поймаете, если вы себе будете заказывать глэмбек. Это мое второе всего лишь знакомство с глэмбеком. Я ранее ничего не приобретала, то есть как-то обходила стороной, но сейчас понимаю, что я очень много пропустила, и зря я это делала. Буду обязательно дальше заказывать себе глэмбек, потому что пока-пока меня только радуют его составы. Шикарные составы. Вам советую тоже попробовать, если вы еще не заказывали, не пробовали. Поэтому на такой приятной, классной ноте я с такими классными эмоциями я буду заканчивать это видео. Если вам видео понравилось, то не забывайте, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди еще будет море всего интересного. Ну и всем пока-пока!